Здравствуйте. Осмотр архитектуры. Хороший военный, дохлый военный, это точно.
Здравствуйте.
Лили. Здравствуйте. Да? В храм. Не понял вопроса. У нас есть посещение туристические, есть для молитвы. Вы для какой цели идете? Туристическое, скажем так. Туристические только после 10:30. Там сейчас что-то происходит? Да, молитва у них идет, и только после молитвы они разрешают заходить. А, ясно. Ну, пускай помолится, мы не видим препятствий, правильно? Да. Лучше не будем мешать. Да, согласен. После 10:30. Хорошо. А, 10:30, да? Хорошо. Все понял. Но они очень пунктуально к этому относятся. В любом случае, туда пойдете, вас там не пустят. Я понял, да, хорошо. Ничего страшного, спасибо. Я пока с дамами разговаривал, они тоже так. Хотели пройти. А вот та предыдущая дама зашла. Я уже тут год стою. Понял я. Хорошо. Ладно, спасибо. Спасибо, взаимно.